Муниципальная программа по комплексному благоустройству дворов охватила весь округ. Рабочие уже приступили к выполнению задания в поселке Мечниково. Здесь у нас прокладывали теплотрассу, и как вы видите, здесь у нас бураги, мама с колясками, и здесь зимой с санками было тяжело проехать. Но если сейчас все сделают, то это было бы, конечно, хорошо. Освещение у подъезда, тоже здесь тоже темнота, было бы, конечно, все это замечательно. Такие проблемы неблагоустроенности – посильная задача, которую уже начали решать. У дома номер 1 и номер 2 в поселке детскую площадку отремонтируют и сделают безопасной для малышей. Во дворе появится эко-парковка, дополнительное освещение и многое другое. Работы должны завершить до конца июня. На данной территории будут добавлены элементы благоустройства. Это газоны, это ограждения, это парковочные места, оборудованные твердым покрытием. Будут спилены старые высохшие деревья. Дорога входит тоже в благоустройство, она будет асфальтирована. Всего в Ильинском работы запланированы в 12 дворах. Не только в Мечниково, но и в поселках Новый и Архангельское.